Вот добрались и до Херсонской штрафплощадки. Кстати, находится по Береславскому шоссе 46А. Приходится самому открывать. Не могу открыть. А, вон идет. Что-то вас не докричишься. Наверное, кушали? А, проблемы? Не-не, машинку забрать надо, все уже нормально. Что же вы меня заставили? Ну, сейчас будет откатывать. Сейчас, мы... Так, Степаныч, это кто поставил сюда? Я же Валерий говорил. А ты же мне не позвонил. Ну, я приехал. Я знаю, что ты приехал. А ну, толкай. Да, а, так, ну, открой дверь-то, по-моему, она открыта вообще. Сейчас сюда не заходил. Пойду подкрою, посмотрю, что там. Красивенько это все. Да, потом открой. Она не покатится? Не-не-не. Надо что-то подложить. Не, она на скорости. Ну, поспыли. Теперь сумму надо узнать. Он сумму-то надо было оплатить. Дешевле оплатить. Где же оплатить ночью будем? Там, просто на эвакуаторщике, дешевле бы обошлось. Просто когда сразу оплатят, они на месте сразу дешевле берут. Сейчас тут на месте будем платить, это еще дороже. В смысле дешевле, дороже, а что там, расценки где-то? Да. Что там за расценки? А? Что там за расценки? От 500 и выше. А кто хозяин эвакуатора? Частный? Хомусят, да, частный ЧП. Сейчас же что сегодня договор, видишь? Ага, ГАИ договор. Вызывают всю фирму. Ну все нормально, ну понятно. Все, видишь, фамилии все. Ага, так хорошо. А что, а смысл, почему дешевле на месте, чем сейчас? Получается, потому что они пока еще сюда везут, они решают вопросы. Ну, мы же водители решают просто вопросы. А когда уже приехал сюда, уже все. В смысле, если до того, то можно без прайса, а здесь по прайсу уже. Все, я понял, все. Да, никакие проблемы, да. Ну ничего страшного, мы оплатим все там дураком. А тоже с Николаем уже. Да. Это ж сейчас практически Николаев забрал все эти штрафплощадки. Уже на Николаев все переехало, да? Да. Угу. Это все по Николаеву. То есть это Херсонская штрафплощадка принадлежит уже Николаеву. Ага. Какому? Ну как? Пока... ЧП? Ну да, частно все. Из-за чего такие большие расценки? А что за расценки? Ну сейчас посчитаем. Желайте. Ну я знаю по закону 15 гривен в сутки. Да, где это было? Я вам сейчас прайс доставлю. Извините, ребята. Хорошо, сейчас. Телефон в машине. Ну, я знаю законные расценки. Законные вот расценки. Утверждено, утверждаю. Вот это законные. Что там, расценки. Одна доба? Что там написано? Это у нас календарные дни, а не доба. Вот по вашему по ДВС. Да, 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 да. Вот. Тепловой автомобиль. 60 гривен капает каждый день. 60 гривен в сутки, да? То есть сутки каждый день. Вот тебя привезли раз, два, три. Нас подходит. Вот уже календарные дни.
62. То есть вот это сегодня уже третий день, да? Да. 180 и плюс, если вы тут оплачиваете или сами едете в город платить. Не, не, оплатим. То платите банки, ну, на банковские еще 30 гривен добавляете и платите тут на месте. Ага. Потому что человеку надо после работы поехать заплатить. Ага, хорошо, хорошо, не проблема. Переехать, да. Квитанции, все, просто. Ага, хорошо, все, понятно. Так. Чтобы я вы в курсе. Я вам показал, да, да. И вы убедились. Угу. Так. 10 число. Я вас принимаю. Форпи. Да. Сейчас они заплатят за эвакуатор. Блин. А, как вас записывать? Число. Верхняя машина. Слышь, Володя, я вам читаю, не могу закупать, которые разрешены выдать. Тебе разрешены выдать? Да. Сейчас скажу. Шарамбай. Кто? Шарамбай. Шарамбай. За начальника. Что, не знаешь? Ничего. Доля знать начальство уже. Так, Серый, это вы? Нам тебе надо. Так, Шарамбай. Что там на эвакуатору? С кем созвонился? А? По эвакуатору? Созвонились уже? Созвонить, сколько у вас за эвакуатор платить, я не знаю, 500 или 550, я не знаю, сколько, два. 500 или 550, а как, по телефону, да? Не, просто понимаешь, если вы на месте платите, это самое там. Я понял. Там вам сразу квитанции выдадут, а тут только потом приеду, мы что, печать стоит только и все. Просто придется звонить, и они уже скажут расценку. И... Хорошо, а что за фирма? Фирма Хамусия. Ирочка, так, сколько там это за эвакуатор номер? Форд ВЕ7982ВА. Они на месте хотят оплатить. Они хотят на месте оплатить. Чтобы кто-то приехал, забрал потом деньги или сколько? С 10-го, с 10-го. С 10-го. Виталя привозил. Виталя привозил. Цену скажут, и все, люди оплатят. Я же говорил, что за один день не управляется никто. Да, да, да. За два? За да. Один, да. 550. Все. Да. Туда кто приедет, заберет? Или вашим приедут? Ну, приедут, заберут. Ага, понял. Ага, все, понял. Оплачивайте, ага. Забирайте. Почки, да? И тут расписочку пишите сразу. Фамилия и этот этих паспорт или тех паспорта номер. Рымал такой. Я вам в принципе писал, когда они так. Я просто не успевал подписать в ГАИ, чтобы обеспечить. Закройте двери, вы, товарищ. Рядовой. Рядовой, выйдите и доложите, как положено. Общая сумма у нас 550 эвакуатор и... Сколько у вас? 10, 11, 12, 3 дня по 60, 180 и плюс 30 гривен. Рядовой. Ну, банковский рубежный. 210. Отримано. Марку машины и номер пишешь. Будешь, куда ты делишься? Так, что не там. Так. Чулочки. Слышишь? И, ну, можно было качать, но можно было. Сейчас. Ты по банку, да, задолженность? По банку задолженность. Да не. У нас была задолженность по этому самому вообще с Одессы люди, блин, 100 гривен за свет. Она две штуки тут выкинула. Пока ездила, то есть это решала. У меня практически идентичная ситуация, да? Только коммунальный платеж. А, ну то, что у меня тоже коммунальный платеж за свет 100 гривен, блин. Так она с Одессы ехала на море.
высадили их на пост с детьми, со всеми, я в шоке. Ужас. Я в курсе всего этого, я часто бываю, я журналист. Я знаю все это, я знаю, я прошел все. Я даже знаю, как сделать, чтобы не платить вам, как уехать отсюда. Я даже знаю элементарно, ну я пока не себя не поднимаю, но знаю, как сделать, по закону. Какие статьи есть. Ну, по закону, знаешь, все у нас по закону, а потом все... Не-не, я просто, что я знаю. Наша работа такая, нам сказали... Я не, поэтому с вами не дискуссирую по этому поводу. Так, сколько я должен конечно ты? Почти. 550 плюс 180 и плюс завтра оплачено, потому что уже... Понятно, да. Там, не переживай, все машина выдала. Все будет, да. Поэтому я тебе... Я могу выезжать. Все будет так, и можете забрать будет потом... Ну, короче, я вам сейчас копию могу еще выдать, это уж у вас наша площадочка. Давайте. Давай. Так, что площадочка? Съемка закончена. Серьезно? Да. Вам показать удостоверение? Не, не надо. Я стою с камерой уже 3 часа, да вы мне только сейчас говорите, что съемка запрещена. Мне запретить вообще никто не может. Нет, вы руку берите, пожалуйста. А я ваше лицо уже давно снял. Зачем? Да я знаю, что вы сняли. Зачем оно мне надо? Чего вы переживаете? Зачем вы мне все равно? Так, папка, какой номер? 3, я тут 17. Пожалуйста. Так, копию вы написали, что мне получили. Копия. Пластика. Все. До свидания. Идите машину потолкайте, алло. Степаныч! В таком случае на руло вам точно бежайте, сами хотите. Не, понятно. Я вам говорю, как я могу сделать, чтобы это транспортное средство уехало отсюда бесплатно. Ну, это уже важно. Я могу сделать. Надо было приезжать и решать сразу. Приезжаю сюда с милицией, показываю соответствующие документы. Все равно, в любом случае, это все незаконно. Штрафплощадки должны работать согласно действующего законодательства, а не какие-то частные фирмы, какие-то оформления, эвакуаторы частные, которыми владеют эти же инспектора ГАИ. Ну, что там, ну, о чем мы говорим? Так, вы, наверное, поможете? Ну, давайте. Так, вы за рулем или я? Рулите, я толкну. Нормально? Держите ее, чтобы она не покатилась.
Да! А идет запись? Ну, конечно, идет. Запись не прекращается никогда. Значит, ситуация такова. Человек с Николаева, пост номер 4, задержание транспортного средства под ОВС, неоплаченные коммунальные услуги. Конечно, это очень смешно, но мы знаем, в какой стране мы живем. В общем, человек потратил сутки на решение этой проблемы в Николаеве, чтобы собрать соответствующие документы по исполнительной службе. Приехал сегодня в город Херсон. Просидел с самого утра до самого вечера, никто не хотел знать, видеть этого человека. И вообще, как вы все видели неоднократно, видео мой материал, как у нас работает обл. ГАИ города Херсона. В общем, я подъехал, все буквально за какие-то там минуты все решилось. Нас любезно встретили, я считаю, что инспектор, который нас встретил, все-таки нормально себя повел, быстренько все сделал, все копии, все ксерокопил. Значит, зря, конечно, что мы думали, что транспортное средство мы заберем из эвакуатора, не уплатив, потому что, как бы, ну, эта ситуация я еще не проходил такой до конечной этой точки. Ну, значит, мы приехали вот на эту штрафплощадочку, оплатили на месте, неизвестно кому, неизвестно какие фирмы, что. Ну, мы не хотели закусываться, не хотели терять лишнее время, и, как бы, все знают, что как у нас происходит дело с штрафплощадками, как... Действительно, можно забрать машину с этого майданчика, но надо потратить кучу нерв, кучу здоровья. Но я считаю, это не стоит того, чтобы там... Я считаю, я не знаю как. Ну, я считаю, что в данной ситуации не надо было там напрягаться, да, там орать, да, кричать. Все-таки ты как бы и рассчитывал. Да, я рассчитывал. На то, что ты сумму, просто, да, думал, что это все оплатится, да, ну, на месте там, или какие-то там квитанции через банковский счет. Ну, все мы видим, как это все делается. Наличку на руки дали. Да, кто-то кому-то отвезет. Кто-то кому-то куда-то отвезет. Кому-то отвезет за какие-то. Непонятно, да. Какие-то 30 гривен с нас взяли, да, за банковские переводы. Интересно. Оказывается, что хорошая площадка Николаевская. Да, да, и да, теперь, да, они все под ними. Да. И нам все рассказали. Интересно. Да, в общем, человек даст нам буквально пару слов о том, что познакомился с дорожным контролем города Херсона, буквально так, через других людей, через Луганск дорожного контроля, узнал наши телефонные номера, мой Константин, ну, как бы, решили помочь, вроде бы как все нормально, обошлось все нормально. Да, спасибо. Все, хорошо, все счастливо. Все, да, давай, Николаев. Знаю, выйду, есть навигатор. Да, все нормально, мы поехали.